Привет, друзья! В этом видео я с вами хочу немного поделиться своим мнением про танк Т-10. Не так давно я его выкупил, не играл я на нем очень долго. Легко взял 3 отметки, играл я 4 дня подряд на нем примерно. Каждый день часа по 3, по 4 на нем играл. Играл тупо в удовольствие, результат был вполне нормальный. В среднем 300-3200 среднего урона у меня было в день. 3 отметки взялись вообще сами по себе, никакого напряга. По ощущениям, танк очень простой в использовании. Единственное, что нужно учитывать, что пушка не опускается. Нужно играть не через бугры, а из низинок, объезжая холмики. Также еще не стоит танковать на нем специально и максимально прятать свой танк за рельефами, и он начнет танковать, если особо не подставляться под врага, а там какими-то рикошетами об внешнюю щеку либо об башню, все будет нормально. Также я играл на допайке, что давало себе знать, когда мне стреляли в заднюю часть борта, танчик горел. Я не часто давал врагам туда стрелять, поэтому горел я всего один раз. Т-10 я продал, о чем очень сильно жалею. Лучше бы я его оставил. На самом деле думаю, что десятка не будет так интересно и легко играться. На Т-10 опыт на объект 277 я уже насобирал. Хотел еще купить объект 430 вариант 2 и из него выкачать К-91. Но объект 430 вариант 2 вообще не очень. Играть на нем невозможно. В следующем патче его переделают. И как его переделают, так я на нем и поиграю. Заодно узнаем, насколько хорошо его переделают. Вот такие у меня, в принципе, мысли и впечатления. Спасибо за просмотр. Всем пока. Удачного дня.